КАМАЗ 6520 шасси 2014 года, на котором будет кузов Амкар. Это выбор самого клиента. Возможно, будет еще и прицеп. Изначально он настаивал, чтобы была топливная аппаратура Bosch. Мы настаивали Yazda. В итоге мы сделаем так, как вам надо. В итоге он передумал сам, так как 3 единицы уже Yazda. Говорит, все-таки, давайте сделаем Yazda, потому что все были одинаковые. 360 кобыл. Yazda, стандартная коробка ZF-16. По-другому быть и не может. Резина КАМА. Потому что амкаровский кузов, это выбор их. Он стоит в среднем раза в 2 дороже, чем местные товарищи делают. Это реально дорого, но будем думать, что он того стоит. Кабину я вчера уже выкладывал, она здесь оранжевая, 105-я, обычная, со спалкой. Будет рестайлинг, само по себе, конечно же, на подушках. То есть, мысль какая у клиента? Если все будет хорошо, то он сразу же заказывает вторую. То есть, как она доезжает, какое-то время не ездит. То есть, кузов, скорее всего, будет тоже Амкар и во второй. А вот будет ли КАМАЗ второй от нас, это уже как мы себя покажем, как покажет даже не мы, а КАМАЗ, собранный нами. Вот, заказ отъедет в Волгоград. Вот, кузов, скорее всего, также будет Амкар, я так предполагаю. И, возможно, еще будет прицеп. Резина КАМА NR201. Мосты КАМАЗ. Всю эту информацию для амкаровцев мы считали, мерили. Там получается межколеска, монтажная длина и задний обвес. Не запустили еще до сих пор создание кузова. Это плохо. Но сегодня еще раз я сам к ним съездил. Уже будем думать, что это все запустится. Сегодня максимум завтра. Надеюсь, что сегодня. Вот так, друзья. Всем спасибо, всем пока.